Сегодня поздравления с днем рождения принимает митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. С владыкой встретился временно исполняющий обязанности главы республики. Владыка Варнава, в миру Владимир Кедров, родился в Рязанской области, но большая часть его жизни связана с Чувашией. В 76 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви он определен епископом. В 2001 был возведен в сан митрополита. Олег Николаев отметил, что именно благодаря архиерею в республике были восстановлены многие православные святыни. Не оценим вклад митрополита в объединение людей вокруг традиционных ценностей и укрепление межконфессиональных отношений. Я благодарю Бога и судьбе за то, что уже много лет имею честь общаться с вами, получать ваше благословение на важные для людей богоугодные дела. И, скорее всего, от этого многое получается. Я думаю, что еще много у нас впереди задач. Всевышний нам преподает все новые и новые испытания, но от этого мы становимся сильнее.